гостей, но вот сейчас заходит на еще один вираж, попытается атаковать ворота Маркова. Бросок, но это... Этот бросок отправиться не получилось. Хабян, Дмитрий на партнера сыграл. Здесь дальше перевод направо. Подбор за Хабяном. Хабян бросает и выручает Владислав Горбачев под синюю линию. Отсюда можно и бросить. Но идет передача направо. Дальше хорошо. Разыграли на третьего. Передачи на... Перевод под синюю. Дальше на дальний пятак. Налево, направо. Шайба хорошо ходит по зоне соперников. Сборная Беларуси до 18 лет, но успевает там. Владислав Горбачев накрыт шайбу ловушкой, и тут уже включились в этот эпизод. Вот мы еще раз смотрим за моментом, который возник у ворот гостей. Илья Иванов, капитан сборной Беларуси, выбрасывается. Гудков неплохо действует. Дальше передача направо. Хороший момент. Вахильчук не бросил, сделал передачу уже, наверное, Зубром, чтобы шайбу перехватить и сразу же в атаку мчаться. Но опять же, тут здорово в защите действуют как одни, так и другие, да, вот дорабатывая эпизод до конца, но вот контрвыпад, еще один хороший пас, и там уже хорош Горбачев намечается, вперед мчится Зайско. Сделали здесь хозяева передачи под синей линии, по итогу шайбу потеряли, контрвыпад, 2 в 1 Минске, Зубры находят свой момент, и 1-0. Гости воспользовались. Ну это же что такие, ну дошло это, Юхарев Юрий, его бросок становится неберущимся для Ильи Маркова. Минских Зубров сейчас будет проводить атаку через центр. Хорошо работает Апанасюк руками и бросает еще с неудобной стороны крюка. Но Марков оказался на месте. Тут же контрвыпад сборной Беларуси. Момент хороший возникает. Горбачев в игру вступил. Щитками шайбу. Горбачев быстро опустил шайбу на лед после того, как забрал ее в ловушку. По сути, начал контратаку. Еще один момент. Бросок. А добивание. 2-0. Вот это да. Вот это концовочка. Еще и от Минских Зубров. Добрый вечер. Говорят они первого периода. Опять же, разящая контратака. Опять же, после грамотных действий Владислава Горбачева. Он забрал шайбу в ловушку. Он быстро ее пустил. Очень удачная обработка, после которой чуть шайбу канон не потерял. Но вот она, потеря. И вот он шанс сократить счет в матче. Горбачев! Что же ты делаешь, Владислав? Спрашиваю. Пошли в атаку под конец первого периода гости. И увлеклись своей атакой в большинстве, потеряли шайбу, и мы еще и психологически это придало бы уверенности за счет того, что забросили в меньшинстве. А вот еще один момент, и шлем, тут шайба попадает. Все-таки неудобно было делать ее, там два соперника на спине висели, поэтому здесь претензии к минимуму к 93-му номеру Минских Зубров. А здесь потеря от гостей, бросок! О-о-о! Вот это выстрел, конечно, сумасшедший в исполнении Кирилла Рубца. И еще становится 2-1. Шайбу... Давайте смотреть, сразу после подбора из средней зоны сместился в центр, и как же классно, неотразимо бросил, ни единого шанса для... Перемудрил, мне кажется, капитан сборной Беларуси до 18 лет, Юхарев, его момент, Юхарев! И своим шансом не воспользовался в контратаке в меньшинстве. Хозяевам, ну вот теперь через партнера в центр, дальше берет игру на себя, неплохо, как игрок сборной Беларуси до 18 лет, еще один бросок со второго... Со второй волны этой атаки Дмитрий перехвачен. Иванов шайбу теряет. Контратака. Еще одна. Бросок. И шайба в воротах. 3-1. Счет становится. Ничего себе. Тимофей Крейн подкараулил таки ошибку капитана, хозяев Ильи Иванова. Для голкипера. Ну вот смотрим, да. Вот здесь перехват. И вот классно ставит корпус. Раскачивал здесь Маркова. И по итогу... До конца второго периода контратака от Минских Зубров. Минские Зубры в атаке. Еще один бросок мимо ворот Ильи Маркова. Шайба пролетает. И тут же контрвыпад. Илья Иванов. Иванов берет игру на себя. И какая же потрясающая шайба. Сам за голову хватается Илья Иванов. И счет становится 2-3 в нашем поединке. По сути, чуть ли не все звено Минских Зубров. Еще один момент. Бросок в ближний угол. И вновь Горбачев выручает свою команду. И еще один шанс передачи под синей линией. Яценко бросает пустые ворота. И счет становится 3-3. Все-таки дожимают хозяева в этом эпизоде. Гостей Николай Салыга делает счет равным в этом поединке. Достаточно, но здесь, конечно, такую массивную атаку проводили
хоккеисты. Количество бросков в сторону ворот Горбачева близится к 40, да? И вот еще один шанс, еще один момент, и 4-3 счет становится. Это и Тимур Литвинов, его авторство заброшенной шайбы, дуплетом, можно сказать, хозяева. Как же там эта атака начиналась? Ходорович хорошо нашел здесь в центре Литвинова. Тут из средней зоны шайбу подхватил и с неудобной стороны крюка бросил влево от себя. Хороший пас назад. Тут Литвинова. Дальше бросок. И Горбачев вручает свою команду. Тут же Хабян играет на подборе. Удаление. Будет удаление. А тут еще и драка сейчас начнется. Если начнется. Ну, Матюшенко там точно хочет подраться с кем-то из представителей сборной Беларуси до 18 лет, но судьи пытаются разнять эмоциональных парней. Те никак не хотят успокаиваться, и если бы не арбитры, то сейчас бы... Ну, смотрите, все равно там это... У нас кто? Ходорович, по-моему, у хозяев не унимается никак. Ну и Матюшенко и Ходорович до сих пор по ходу этого поединка в роли догоняющих. И поэтому нужно постараться сейчас матч сравнять. А тут моменты, шайба в воротах оказывается. А ничего себе, а как? Казалось бы, такой безобидный момент. Хороший пас, а дальше атака продолжается. Бросок по воротам, пустые ворота эти самые оказались. И успевает такие Владислав. Не забрал победу на финишном флажке. Дальше перехват от сборной Беларуси. Отличный шанс. И момент возникает. И Горбачев на месте вручает. Стримоухов, да. Но какой шанс был сейчас за 20 секунд до конца овертайма? Ну, давайте смотреть еще раз. Вторая попытка. Бросок. И Матюшенко делает счет 1-0 в серии буллитов. Ну, достаточно просто, вот такие исполнения булит под ловушкой, шайба летит, и, по сути, Матюшенко делает счет 1-0. Но вот сейчас попытка от Зазько, ну, вот это красиво. Вот это уже классно сыграно, переиграл Зазько здесь Владислава Горбачева. Смотрите, как далеко выехал Горбачев из ворот, но вот вернулся в НИИ, Хабян, какая гроссмейстерская пауза, и 2-1 сборная Беларуси до 18 лет. Делает счет в серии буллитов. Давайте смотреть и наслаждаться. Но здесь на самом деле красиво, как не было ли... Ага, вот я и таки... Сборная Беларуси забирает победу. Альшевский, его момент. И вот тут красиво, конечно, сыграно. И сейчас точно легитимно. Альшевский приносит таки победу своей команде. Алексей своим буллитом ставит точку в этом поединке. Ну и, конечно, буллит получился красивый и, самое главное, голевой. Ну вот такой вот поединок мы вместе с вами наблюдали на YouTube-канале «Хоккей Беларуси». Высшая лига нам дарит вот такие вот красочные матчи. 4-4.